Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у нас будет видео перевоплощение. И я перевоплощусь в афроамериканку, чернокожую девчонку. На самом деле, мне уже делали запросы. Первый раз такой запрос поступил, когда я приобрела себе вот такой вот дермакол. Только он оказался супер-мега темного цвета. И девочка мне сказала, не выкидывай его, сделай перевоплощение в афроамериканку, это будет очень интересно. Ну, я как бы приняла ее идею, да, и положила, как бы, вот, не выкидывала. Потом мне начали поступать запросы, и даже более того, начали кидать видюшки, вот сделай вот так, сделай вот так. Ну, конечно же, на все это нужно время, на подготовку, в плане пойти купить парик, я же не просто накрашусь такая, все, вот она и вот, это было бы смешно. Вот, хотя и так это будет смешно. Ладно, что, приступим, давайте приступим. Я уже как бы здесь сейчас в макияже, но я думаю, что этот невероятно темный цвет все перекроет, весь мой легкий дневной макияж. Я решила сильно не рисковать, пошла, взяла еще салфетки, потому что думала, что они мне пригодятся. Даже более того, я вытащу две. Пусть будут вот тут прям, рядышком. Итак, наносить я буду пальцами, потому что я не хочу испортить ни одну кисточку свою. Хотя мне с ней нужны спонжики, но я их уже не взяла, поэтому мы наносим руками. Он не совсем такой прям супер сейчас будет афроамериканский, то есть это не черный, да? Ну вот давайте вот, чтобы вы понимали, да? Но мы потом все это с вами подтемним, сделаем как надо. То есть у нас будет такая мулатонька немножко. У меня есть темные корректоры, темная пудра. Сделаем как надо. Я впервые этим занимаюсь, чтобы вы понимали. Одним пальцем очень долго. Скажи, мам, не сильно ты себе темный цвет подобрала? Нет, Денечка, так надо. Ой, как я это смывать потом все буду, это жесть. Но мне самой очень интересно увидеть себя темнокожей девицей. У меня такое ощущение, что я раньше загорала и была именно такой темненькой. Ну, шею мы не будем же красить. Я одену вот что-нибудь вот такое. Под водолазочку. Так, губы у них обычно вот здесь вот притемненные чуть-чуть, да? Вот так сделаю. Как-то так, да? Мы еще потом поработаем над цветом. Так, слушайте, но, блин, девчонки, а классный этот дермакол. Во-первых, кожа, причем что я ее, знаете, не смазывала никаким кремом, она мягенькая и очень классный прям лег. Офигеть, надо будет заказать такой. Зачем он мне? Я вообще, честно говоря, не пользуюсь. Вообще даже бибикремом не пользуюсь сейчас. Но мне очень нравится. Если бы я пользовалась, я бы взяла такой. Так, ладно. Темнокошка. Темнокошка. Дальше, что мы возьмем? Давайте сделаем контуринг. У меня есть вот такая палетка. Давно-давно я ей вообще не пользуюсь. Здесь есть вот такие темные цвета. Сейчас мы их будем использовать. Так, я взяла вот такую кисточку. И давно хотела, прям, знаете, когда я делаю на свою белую кожу, конечно, она не смотрится. А сейчас я сделаю на темную. Прорисую скулы. Мне же нужно наоборот, чем темнее, тем лучше, да? Обожаю. Обожает мама скулы. Зай, только ничего не трогай, котик. Маме все нужно. Ой, разгуляй душа, да? Темным, по темному пройтись. Так, сейчас мы здесь пройдемся. Тут пройдемся. Так, тут мы немножко припудрим. Мне не надо, зайка. Носик сделать. Ну-ка.
общем, он у меня получился такой. Интересный. Ну ладно. Что-то я неправильно как-то вода наношу. Надо вот так вот больше сюда наносить. Ладно, сейчас мы все это затушуем. Больше вот сюда, в бок, походу. То у меня тут прям... Ну, чисто купаться потом. Все. Мам, идет под шоколадку? Да. А уши, слушай, а что у меня уши-то? Палевные. Палевные уши. Так. Ну, давайте все пройдем, припудрим. Более светло. Это я темным красила, сейчас более светлым мы пройдем. В общем, не успела я все отснять, пока малыш спит, поэтому он теперь у меня все забирает. Давайте нанесем теперь хайлайтер. Потом сделаем бровки. Хайлайтера хочу много, такая у меня будет гламурная. Чуть не тот хайлайтер. У меня вот хайлайтер, на самом деле, который из моего магазина. Он классный, но он более, мне кажется, натуральный. Хотя можно сделать из него яркий, но на темной коже я что-то не вижу. Может, светлым? У меня просто есть мега сильный хайлайтер. Сейчас принесу. Мега сильный хайлайтер. Это хайлайтер Бекка. Мунстоун, по-моему, цвет. Сейчас проверим его. Такой цвет. Ну что, у меня гламурная. Мой лоб вот так все засветил. Для темнокожих он вообще отличный. Вот если бы я была темнокожей, я бы так красилась. Так. Что-то я буханула, да? Я имею в виду хайлайтера. Так, теперь... У меня аж высветлились усы. Теперь давайте нарисуем бровки. У меня есть карандашик коричневый от Make Up For Ever. Вообще он натуральный. Но нам же не нужно супер черный, да? Более глубоко посадила. Не, ну у гламурных же, у них же нормальные темные брови. У них никакие же там необыкновенные брови, какие-нибудь другой формы. Какие же? Бывает, иногда красишь и думаешь, блин, надо аккуратненько, ой, здесь темно. А здесь вот на темном фоне можно прям красить, не бояться. Сейчас я только что-то криво сделала и унесла, по-моему, палочки свои все, да. Ладно, будем тогда поправлять, будем равнять. Возможно, они будут огромные сейчас. Сделаем заодно гламурные широкие брови. Сейчас же это тоже модно. Ну что, выровняла я их или нет? Они у меня так-то и по себе еще сами не супер ровные, знаете, так-то. Ладно, нормально, по-моему, да? Ай! Долго я буду вырисовывать идеальную гламурную чеку. И так нормально. Так. Дальше, что я хотела, это сделать контур губ. И вот знаете, у меня есть вот такой карандашик офигенный от Guerlain, коричневенький. И всегда, когда я начинаю крашить, я всегда напоминаю себе такую вот мулаточку. У них же губы еще большие, сейчас я еще больше сделаю. И, кстати, я неспроста на самом деле оставила губы розовыми. И немножко пройдем к серединке. Как вам эффект? По-моему, классный, да? Очень натуральный. А зубы какие белые сразу стали. Так. Надо обязательно мне зачекиниться в инстаграмчик. Рука белая, смотрите, какая по сравнению. Так, ну и блеск для губ. Клиник. Который недавно совершенно не пришел в коробочке. Блин, сейчас накрашу и что? Испачкаю.
По-моему, очень даже. Сейчас я пойду тогда надену сережки, надену парик. И... А, я еще хотела же накрасить эти тени. А тени я хотела накрасить, кстати. Лина, я же еще хотела что-то сделать. Я еще хотела из этого набора темненькими накрасить. А ну, они блестят, бронзинг. Делаю. Наверное, да, хайлайтер нужно было ими делать. Чтоб не было так. Во. Так лучше. Так, пошла одену паричок, сережки и кофточку. Ну что, увидимся попозже. Вот такая вот я получилась. Мне кажется, честно говоря, что я не сильно такая прям темная. Не знаю. Мне кажется, даже можно так на улицу выходить. И я не знаю, как еще больше затемнить. У меня черного прям нет ничего. Вот дермакол, оказывается, вот он такой. Чуть-чуть подзагори, и нормально тебе будет. Сережки решила вот такие одеть. Еще, смотрите, тени я накрасила. Это просто бронзатором, хайлайтером. Вот отсюда, темным. Из этой палетки темным хайлайтером прям пальцем. Пигмент тогда более большой получается. Хороший такой, яркий. Денька ему вообще не нравится, когда я одеваю вот этот парик. Не знаю почему. Не узнает мама, наверное. Да, ну это я, котик. Все нормально. Вот. Но мне очень нравятся мои губы, мне нравятся мои зубы. Мне нравятся мои глаза сразу здесь. То есть, видите, все это подчеркивает дело. И кожа, в принципе, прекрасная. Мне все нравится. Как вам? Если вам понравилось, ставьте лайки, обязательно пишите мне в Инстаграм, что думаете по этому поводу. Я сделаю пост, прям пишите в комментариях, потому что я думаю, что много будет интересных комментариев, чтобы директ у меня не взорвался. Вообще образ классный, вообще, мне очень нравится прям. Ну и вот я именно такой паричок нашла. А губы, кстати, можно так красить. Блин, я хочу быть загорелой. На самом деле, я всю жизнь мечтала, чтобы у меня была такая кожа. Я Кристинке, знаете, как завидую. Она очень быстро загорает и очень долго держится у нее загар. А я же нет. Но я помню, что я такой была. У меня даже есть где-то видео, где я прыгаю на скакалке, я прям такая темненькая. Ну все, бусинка. Все, мои хорошие, перевоплощение выполнено. Я надеюсь, что я перевоплотилась, если не в афроамериканку черно-черно-кожую, то хотя бы в мулаточку какую-то, да. И я думаю, что мне очень идет все это дело. Как думаете вы? Жду ваши комментарии, лайки, подписка, кто первый раз. И целую, прощаюсь до следующего видео. Ваша гламурная мулатка Селена. Что? Что?